Привет, дорогие зрители канала «Час ремонта». В этом выпуске я расскажу и покажу вам лучшие модели электрических насосов. А если вы встретите интересную для себя модель, то в описании к видео я оставлю все необходимые ссылки с ценами и подробной информацией. Начнем! CZ198 – простой и компактный насос для решения универсальных задач. Так как питается от прикуривателя, то и использовать его предлагается в основном там, где рядом будет автомобиль. То есть на природе, рыбалке, охоте, когда есть необходимость оперативно накачать лодку или матрас. Сразу же в комплекте есть три распространенных насадки. Модель крайне компактная и недорогая, не займет много места в багажнике или даже в бардачке. Но при этом выручит в случае необходимости. Мощность потребляет в 60 Вт. Давление может задать около 3500 паскаль. Это позволяет прогнать через насос 400 литров воздуха в минуту. Отличный показатель для компактного портативного устройства. Не забудьте подписаться на наш канал «Час ремонта», чтобы всегда оставаться в тренде лучших товаров для дома и дачи. А если уже подписаны, то проверьте колокольчик. Он не даст пропустить свежие выпуски, которые выходят регулярно. Marlin GP60S – довольно специфичная модель, предназначен для докачивания надувных лодок из ПВХ. Для этого обладает возможностью поддерживать высокое давление на уровне 0,1 бар. Также высокой производительностью он похвастать не может – всего 200 литров в минуту. Для докачивания больше и не надо. Также аппарат интересен тем, что имеет специальные зажимы для аккумулятора, то есть его можно подключить напрямую к автомобильному или любому другому аккумулятору на 12 вольт. На корпусе есть встроенный манометр, который будет помогать контролировать давление в лодке. Никаких автоматических систем для защиты от повышения давления в приборе нет. Степень накачки нужно регулировать вручную. Инженеры позаботились об удобстве использования и сделали провода до аккумулятора достаточно длинными 3 метра. В комплекте есть целых 10 насадок самых разных форм и диаметров на все случаи жизни. Отличный функциональный и универсальный насос на все случаи жизни. Правда, довольно дорогой в рамках нашего обзора. Если вам уже сейчас стало интересно, где и как купить понравившийся насос, то загляните в описание, там есть все необходимые ссылки с ценами и подробной информацией. Termei HT677 – это мощный и универсальный насос под самые разные задачи. Может надувать лодки, матрасы, бассейны, мячи, жилеты и многое другое. Также эффективно может их издувать. Ключевое интересное отличие от предыдущих моделей – наличие собственного аккумулятора. Правда, небольшого, всего на 1,3 ампера в час. Но все же функция удобная. Где-то на природе, не растягивая провода, можно подкачать плавательный матрас или лодку. Кстати, универсальность прибора и тут отличная. Питается он не только от своего аккумулятора, но и от сети 220 вольт или прикуривателя. Это удобно. Заявленная мощность прибора 125 Вт, что позволяет ему перегонять 500 литров воздуха в минуту. Это высокая мощность относительно всех моделей в нашем обзоре. В комплекте есть три базовых насадки самых распространенных размеров – адаптер для сети 220 вольт и адаптер в прикуриватель. Пользователи характеризуют насос положительно. Недорогой, со своими прямыми обязанностями эффективно справляется. Правда, лодки иногда до нужного давления все же придется докачивать другими видами насосов. Не забывайте ставить лайки и оставляйте свое мнение в комментариях. Это помогает не только нам в развитии канала, но и другим пользователям при выборе своей модели. Greenhouse HS208 – крайне простой и недорогой насос для накачивания самых разных надувных вещей – лодок, матрасов, бассейнов, мячей, игрушек и прочего. Ничем особенным не выделяется на фоне остальных конкурентов – крепкий, надежный середнячок. Заявленная мощность 50 Вт. Может развивать производительность до 200 литров в минуту. В домашних условиях может питаться от сети 220 вольт, а там, где нет такой привилегии, от прикуривателя. Умеет не только накачивать, но и сдувать. Пользователи говорят, что матрасы и лодки насос накачивает не особо напрягаясь. Также отмечается компактность, легкий вес и универсальность источников питания.
Best Way 62139 – недорогой представитель универсальных насосов от Best Way. Похож на своего предыдущего коллегу. То есть довольно простая модель за небольшие деньги. Есть пара отличительных моментов. Насос обладает высокой производительностью в 680 литров в минуту, что, несомненно, является плюсом. Но тут же страдает универсальность в зависимости от питания. Работает прибор только от сети 220 вольт. И хотя предназначена модель в том числе и для накачивания лодок, на природе придется искать инверторы или генераторы. А для домашнего использования, когда нужно быстро накачать матрасы, кровати, бассейны, это отличный вариант. Intex QuickFill 12B66642 – компактный и производительный насос, который питается и от сети 220 вольт, и от бортовой сети автомобиля. Но есть один интересный нюанс – насос имеет встроенный аккумулятор и напрямую работать от сети 220 вольт не должен. То есть включать в сеть его нужно только для зарядки, хотя от прикуривателя автомобиля насос работать может. Официально данные о емкости батареи разработчики публиковать не захотели. Но энтузиасты, разобравшие модель, говорят об аккумуляторе в 900 мАч в час. Насос обладает высокой производительностью 650 литров в минуту. Пользователи в своих отзывах отмечают, заряда и производительности вполне хватает для того, чтобы накачать и сдуть лодку ПВХ. Кому-то хватает и на дольше. Модель крайне интересная и перспективная. Удобно использовать в дальних поездках на природу, охоту или рыбалку, предварительно зарядив полностью. А если батарея сядет на месте дислокации, то подзарядить ее можно будет от сети автомобиля. Справляется насос с большим спектром надувных вещей и аксессуаров. В комплекте сразу есть три базовых насадки распространенных размеров. Остальные насадки всегда можно докупить отдельно, так как большинство из них совместимы между разными насосами. Intex 220 вольт 66640 – это мощный, но простой, можно сказать, домашний насос от марки Intex. Работает только от сети 220 вольт, но зато на мощности в 100 ватт. Выдает солидную производительность в 650 литров в минуту. В основном предназначен для накачивания домашних надувных предметов – кроватей, матрасов, бассейнов. И как следует из отзывов пользователей, справляется с этой задачей весьма успешно и эффективно. По сути, модель является отличной надежной рабочей лошадкой с хорошей выносливостью и мощностью. В комплекте есть три базовых насадки. Кроме основной функции накачивания, в насосе есть функция сдувания, что серьезно экономит время при уборке надувных матрасов или кроватей. А у меня пока все. Если вам захотелось еще интересных обзоров, то обязательно подпишитесь на канал «Час ремонта». Свежие выпуски выходят у нас регулярно. А если уже давно смотрите нас, то проверьте, активирован ли колокольчик. Он подскажет о выходе нового ролика. Ссылки на все модели из видео есть в описании. Поэтому, если вам понравился какой-то насос из обзора и захотелось его купить, советую заглянуть туда. Не забудьте поставить лайк и выразить свое мнение в комментариях. Это помогает не только нам в развитии, но и другим пользователям при выборе. А сейчас до свидания, увидимся в следующем выпуске.